Как ты оцениваешь первую игру во втором туре открытого чемпионата Казахстана? Ну, игры прошли не очень. Начали год плохо. Проиграли две игры, которые нам нужно было забирать. Ну, не очень, в общем. Назови трех соперников, которые, по твоему мнению, являются наиболее сильными для нашей команды. Парыс, Актобе, Мунайши. Отлично. Как ты оцениваешь соперника, молодежную хоккейную команду Кыран? Команда жесткая, играет. В каких-то моментах может быть грязно, но мы тоже как бы не сказал бы, что чисто. Команда жесткая, боевая, бегает, реализовывает моменты, что у нас не удалось сделать. Что ты можешь сказать про сегодняшнюю игру? После второго периода получили второй ненужный гол вообще. Команда то ли расстроилась, посыпалась. Получили потом следом третий, четвертый. И проиграли 2-4. Как ты считаешь, вот вы играли в первом туре открытого чемпионата Казахстана на выезде в Караганде, сыграли первую игру 5-4, выиграли, во второй уступили с минимальной разницей в счете. Где удобнее и лучше играть, дома или на выезде? Ну, дома, конечно, на... Дома стены свои помогают, болельщики есть, да и лед свой, мы на нем тренируемся каждый день. Ну, и арена наша родная. Спасибо болельщикам за поддержку, за то, что пришли. И следующую игру у нас с Орланом. Будем настраиваться только на победу.